В Алеппо возобновились переговоры об эвакуации окруженных боевиков. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на источник в Сирии. Вашингтону стоит убедить боевиков прекратить огонь. Об этом глава МИД России Сергей Лавров говорил по телефону с американским коллегой Джоном Керри. Керри заверил, что США работают с теми оппозиционерами, кто саботирует требования Совбеза ООН о начале переговоров. Разговор прошел по инициативе американской стороны. Сергей Лавров также рассказал о помощи жителям Алеппо, которую власти Сирии оказывают при поддержке России. В ООН, наконец, признали очевидное. Боевики в Восточном Алеппо препятствовали выходу мирных жителей, выдавали себя за гражданских, ставя под удар мирное население. Об этом говорится в заявлении независимой комиссии Объединенных Наций. А руководитель гуманитарной организации We Are Superheroes Пьер Лекорф заявил, он не слышал от жителей Алеппо о жестокости со стороны сирийской армии. Но все это опровергает обвинения западных стран в том, что войска Асада пренебрегают жизнями мирных жителей.